Югорские паралимпийцы завоевали 6 медалей на чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования среди слепых и слабовидящих спортсменов прошли в Саранске. Здесь выступили легкоатлеты из 27 регионов страны. В итоге сургутянин Виталий Телеш традиционно оказался сильнее всех в метании копья. Атлет из Нижневартовского района Ризван Бициев, выступая со спортсменом-ведущим Романом Иващенко, выиграл 2 золота в беге на 800 и 1500 метров, а также серебро в забеге на 400 метров. 2 бронзы в прыжках в высоту и метание копья на счету у спортсмена из Нягани Михаила Мизенина.